Приехали мы на пляж. Касса на вход. Вход на пляж платный, стоит 5 дирхам. Это где-то на наши 50 рублей. Почему-то на море огромное количество кошек. Все что-то просят. Дорога на пляж. Огромная-огромная территория. Даже еще не разобрались, куда идти. Какой же маленький. Идем, а пляжа все не видно. Огромный парк. Очень зелено. К каждому кустику подведен шланг с водой. Все же на песке. Еще такая особенность. Вот, допустим, в пятницу может приехать шейх, и пляж закроется. То есть он выкупит пляж для своих родственников, для своих жен. И в этот день вы на пляж вообще не подпадете. Большие какие. Интересно, что они здесь едят? Живут на пляже. Рыбу ловите? Наконец-то мы дошли. Шли минут 15, наверное, от входа. Вот такая красотища. Тоже на территории пляжа. Очень много цветов красивых. Также на пляже, как нам объяснили, бывают женские дни, когда мужчинам вход вообще воспрещен в эти дни. Thank you.